Необычной картиной в ближайшее время пополнится коллекция казахстанского кино. В Боровом сейчас снимают новый сериал о подростках. Работают над проектом именитые авторы, за плечами которых несколько успешных фильмов. Мой коллега Рауль Габитов побывал на съемочной площадке. Подробности в сюжете. Школьники, которые сзади, не мерзнем. Ощущение тепла, давайте потерпим. И начали! Съемки нового сериала стартовали в апреле. Он станет спин-оффом, то есть сюжетным ответвлением нашумевшей детской комедии «Каникулы офлайн». Главный герой – старшеклассник из аула. Парень поступает в элитную школу, и жизнь его кардинально меняется. Появляются новые друзья, а главное – любовь. Я играю роль Жулдос в сериале «Каникулы офлайн», «Айфанат». Эта героиня является главной героиней, то есть главный герой влюбляется в меня. Тут у меня не очень много сцен, но значительные, но не очень много. Я постепенно привыкала, и мне кажется, благодаря этому я набираюсь опыту постепенно. В качестве режиссера в проект пригласили Ерлана Нурмухамбетова. Известен он такими работами, как «Айман и Шолпан», «Аңшыбала», «Посмотри в мои глаза» и «Ореховое дерево». Картина, получившая гран-при Пусанского кинофестиваля. Фильмография генерального продюсера Эрнара Курмашева тоже богатая. В частности, можно вспомнить нашумевшие в свое время «Бизнесмены» и «Районы». 10-24-1-1, камера А, Б, С. Сейчас очень большой дефицит фильмов и сериалов для нашей молодежи, для наших детей, подростков и так далее. И «Каникулы офлайн», так как один из таких проектов, который наиболее популярен. Играют в сериале подростков, играют учеников школы «Айханат», студенты колледжа «Шабыт». Также мы в первую очередь провели кастинг среди детей, которые учатся здесь непосредственно. Нашли несколько ребят очень талантливых, и они тоже играют основные и второстепенные роли. Премьера нового сериала состоится в сентябре. Всего ожидается 16 серий. По словам авторов, проект сначала запустят по одному из республиканских телеканалов, а затем его планируют транслировать на онлайн-платформах. Рауль Габитов, Арман Ахшабаев, 24 KZ.